1-45-07. Да? Сейчас. Сейчас. Быстро 1-45-07. Всем привет, дорогие друзья! Неизведанное, но очень опасное оружие может привлечь очень огромным последствиям. То, что вы наблюдаете, это необычно, но то, что вы должны прекрасно понимать, это фактически мы с вами не знаем, чем имеем дело. Помимо того, что множество объектов НЛО сотрудничают с президентами любой страны, это уже однозначно не скрыть. Но самое страшное не то, что они сотрудничают, а то, что они им передали. Помимо того, что еще в 1947 году, как я уже утверждал, что множество ученых получили в свои распоряжения необычное оружие, которое должно было оснастить необычную армию США. Вообще идет множество других интересных действий о том, что у США должна быть специальная армия, которая не похожа как на все, а должна иметь необычное оружие. Но что на самом деле это оружие? Кто ее дал? Уже давным-давно, если вы прочитали то, что я вам скинул, это только начало происхождения иной силы, которая может пробудиться. Множество других действий, которые закрыты от людей, все люди замечают необычную угрозу. Объекты НЛО. Но на самом деле США создала и создает новое поколение техники, которое умеет и будет летать и уходить под воду. Но, увы, все уже опоздали, они уже это умеют. Почему все происходит так быстро? Почему на военные базы так нападают необычные силы? И почему множество солдат исчезают как ненужные свидетели? А все очень просто. Что у России, что у Китая, что у США есть необычное оружие, которое могут управлять, можно сказать, своей территорией. Кто-то считает, что это оружие опасно для людей, но всякое оружие опасно. Но то, что опасно, оно может уничтожать не только людей, но и города. Такие объекты НЛО очень опасны, но с ними имеют связь несколько только людей, которые могут до них достучаться. Говорят, что множество очевидцев создавали это оружие. Есть даже в России необычная военная база, где они создают типа НЛО. На самом деле это типа всех и пугало. На самом деле там и так создавали оружие. Ну, представьте, как зона 51. Там же, в том месте, нету НЛО, нету пришельцев. Но на самом деле там разрабатывали и изучали как раз их и создавали оружие. Кто не верит, может посмотреть на Google Maps, а именно карту, и вы увидите со спутника множество воронок и даже летающий объект, если их не стерли. И все-таки, почему люди не верят в происхождение НЛО и почему они думают, что НЛО это фейк и неправда? Да, конечно, никто из вас, наверное, не скажет правду. Кто-то скажет, видел НЛО, но это была шаровая молния. А кто-то скажет. Но есть такая одна база, где в России создают это необычное оружие. Кстати, Америка боится то, что на самом деле находится на той базе. И множество ученых и даже политологов знают о том, что там создают. Это лазерное необычное оружие, которое может уничтожить сразу несколько целей. Не так давно был сделан очень интересный контент. Именно как оружие России
может уничтожить необычную технику. И как раз им получилось это увидеть. Множество очевидцев, даже из Китая, увидели картину, как объект НЛО находился недалеко от вертолета, и он создал такие помехи, что у пилота отказал просто штурвал. Но в общем там и не было пилота, а просто он управлялся автоматикой. Но все-таки, представьте, там был бы человек, и что бы случилось? А все очень просто. Этот ужас мог уничтожить несколько сотен, а даже и тысячу танков. Но такие необычные моменты только пока что на вооружение не состоят. Они проходят множество испытаний. Но представьте, когда они пройдут, сколько их будет. Если один может уничтожить тысячу, а несколько сотен – миллион. Ставьте лайк, если вам понравилось, дорогие друзья. Я никого не напугал, это субъективное мое мнение.